штрафе. Хороший перевод налево. Данцев. Ой, как здорово. Одним движением уходит дальше. И прострел в штрафной. Опасный момент. Нужно бить отсюда. Сапета 1-0 в пользу гостей. 12-я минута. Урал выходит вперед, разыграв очень красивую комбинацию. В хорошем темпе все было сделано. И защитники Крыльев не успели помешать ни Данцеву на левом фланге, ни Сапете в своей штрафной. Очень расстроен Георгий Лориев, можно понять. Удар наносился с близкого расстояния, получился достаточно сильным, и трудно было вратарю там свою команду выручить. Посмотрите, вот этот вот перевод на левый фланг. И дальше Данцев прокидывает себе на ход. Уже не успевает за ним защитник. И здесь очень тонко тоже сыграно назад. На Александра Сапета. Бурлак переводит мяч на левый фланг. Теперь, конечно, Крыльям будет еще сложнее, учитывая то, что эта команда все-таки на выезде набирает очки, часто играя вторым номером.